Вот пришли с Игнатием Тихоновичем на голубятню. Тут у него подпертый, закрыто. Это литок закрытый, чтобы голуби не вылетали. Принесли чайник воды. Горячий нагрели. И сейчас он будет им заливать. Когда заходишь, смотри. Вот на этой вот сидит маленький голубок. Ты его сначала рукой сгони, иначе он в дереве, и туда его же не, нам не поймать. Я тут последний тут убрал, это высохло. Вон они сидят. Что можно сделать? Проверить, как вода. Смотри-ка. Вот. И как, видишь, все. Замерз. Вода застывшая, она вон побежали. Красавцы наши. Если сейчас не расставить, то все пропало. Тогда надо снять вот так вот. И лед вытянуть. А куда вытянуть? Там ведро есть. Я пока его здесь рядом положу. Значит, это доска. Это железо здоровое. Вот, все везде застыло. Это первый день. Бывает, где-то застыло, а где-то нет. Ее не растопить, надо просто убирать. Смотри, она почти полная. А теперь, если этот лед-то убрать, тогда можно воду подогреть. Как там потерять будет, не знаю. Смотри, что. Сейчас не дай, они пить не могут. Они поели, они питья нету, все, они все отвешивают, сдохнут. Я не знаю еще, как так могла застыть-то. Что ж такое-то? Вы там аккуратнее, Игнатий Тихонович, а то... А? Вы аккуратно, а то повредите этот... Тазик? Ну, конечно. Дырка будет потом. Вот, вода, видишь, там попал воздух. Вот это теперь видать. Надо ведро там у меня стоит. Ты пока снимай тут, а я пошел дальше. Иду. Ведро, которое там внизу стоит, или где-то рядом, чтобы у него днище было. Железное ведро. Все, нашел. Вот, держите. Давай. Фу-фу-фу-фу. Так они еще раньше, может, не пили. Я здесь разогревал. Это что? Голыми руками я застыну. Ну давайте я выловлю. Давай. Я сейчас туда отойду. Давайте. Будем бегать. Держи. Кормушки покажу, как насыпать. Давай-ка. Держите. Все, пошло. Вот это тут какие хорошие кормушки сделаны, чтобы они не разбрасывали зерно. А этот что-то не стал крылья летать. Забился такой породистый. Там что-то мне не нравится, вот их иголок. Ну-ка,
Ты голой-то рукой не бери. Сейчас я посмотрю, что тут, не замерз ли он. Точно. Один из самых породистых замерз. Вот он. Ну ничего не сделаешь. Я спрашивал, привущено ли, да нет. Но они его обижали, он маленький. Может, не дали поесть. Но теперь все равно хватает еще их тут. Вот оно как. Это у нас сегодня 22, наверное, июня этого, ноября. Да-да. Ага, вокруг обдолбесли можем. Жалко того, конечно, я уже привык к нему. Ну, вот они голуби сидят рядом. Черная, белая. А тот такой хвост трубой был, вот он как вот этот вот коричневый сидит. Вот. Я его главным называю. Ну и теперь что? Осталось 23, было 24. Слава Богу. А было 8. Этот Тюменцев Александр Дмитриевич мне подарил голубей. Помоги ему, Господи. Может быть, он как раз не напился. Вчера. К вечеру-то я здесь не был. Ну, это все можно с крыши потом шевернуло все. Те дни-то я там не вырыбал. Птичка такая, это надо сказать там, Потеряевке, что так же делали. А тут можно такую крупную сетку брать, вылавливать. Не руками. Это надо подумать сегодня. А так и рукавички мокрые. Ну, а сейчас чайник туда прольешь, и это на какое-то время хватит. Надо вечером проверять. Не к вечеру, а после обеда. Черного подпускать. О-хо-хо. Еще и... Это чайник. Что-то так надо. Сколько градусов-то сегодня? 10-ти-то нету. Нету. Ну, а когда 40 будет, останутся мои только природные. Ну, что ж, ребята, так, а? Ну. Вот они какие. Да все, кладу, да? Да, теперь вот положи наискосок. Да, не переворачивай. Нет, перевери наоборот. Там же грязь, туда, вон она падает уже. Ты, ну, теперь поверни так, чтобы она больше туда была. Еще больше. Не так, наоборот. Володя, что? Тот край ниже, нам надо его видеть. Чтобы край был виден, надо наоборот. Подбираю. Что делать-то, я понял? На, не снимай. Давайте. Нам нужно знать не верхний край, а нижний. А чтобы он был виден, надо вот так его подвернуть, оно и так пойдет. Вот она. Во. Ну а теперь вот эту внизу, с чистой стороной, туда его. Вот так. Этого достаточно и будет. Вот так. А теперь, чтобы она никуда не сдвинулась, у меня доска. Тяжесть создает. Вот. А тут они уронили. Это у меня пшеница. Так. Пшеницу надо... Дай-ка эту тяпочку. Я ее сейчас здесь почищу. И буду высыпать ее. Как? Очень просто. Вот пшеница... Я вот сюда вот, смотри, наклоняю вот так вот, и сбоку, а, там, как
камушки. Камушки, которые неизвестно как попали в пшеницу. Я его теперь засыпаю. Вот она у меня, видишь? Глина. Ну это там, когда я брал. Вот так наклоняю маленько, ты... Она мимо нисколько не попадает. Вот. Наклонять маленько. Вот она где. Видишь, вот так вот сольмя, делаю ее, сыплю. Она если упадет вниз, она упадет куда? Туда же и скатится. Вот. Так, первая. Вторая кормушка. Вот она. Видишь как? Голуби разбрасывают, они клюв толкнет, а потом по сторонам. Я могу ему дать показать. Он перестал летать. Ну, интересно, что? Теперь наклоняю, туда посыпаю. Вот оно. На землю не, зерно, пшеничника не упадет. Так, маленько сейчас еще туда добавлю, поставлю прямо. И все. Сейчас посмотрим, пошел тебе. Ага. Ну, он самый маленький вот этот был. Мы, может быть, его обижали. Чего были? Драчуны. И вот они эти брусья, чтобы он на них становился и доставал. Так. А это прижало, у нее вывелся один. Его надо боязно брать в руки, иначе замерзнет. Я не трогаю. Ну-ка, давай. Давай, давай. А вот теперь я его возьму в руки, чтобы показать, какой он здесь. Эх, вы живете среди христиан и деретесь. Воли, ну. Володя, смотри, я вам. Куда? Ну сюда ко мне. Ну пожди, Мурей, только. Так, подожди. Он лежал на мертвом этот. О! О! Ну ему тоже, он перестал летать, бегает только. Видишь какой? Он не может нисколько. Вот его даже посадру на стол, смотри как он, види. Сейчас он думает лететь. Он забыл, что не умеет летать теперь уже. Ну, давай, давай. Ничего не получится. Ну-ка, давай. Види как, опа. Все, пошел. А ну крылья не машет. Ну и все, мы уходим. Все. Сейчас я пшеницу. А подожди-ка, как я даю эти? Возьми-ка, вот туда, поставь уголок. Хватит. Как я им даю это? Семечки. Семечки. Семечки я так даю. Начинаю крещать. Я мило подам, а сначала она не подойдет. Так, вот это можно чайник убрать, они испугаются. Гули, 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 гули. Гули, гули, гули. Тут надо убирать вот этот помёт, а я их не убрал, он пристыл. Вот они. Гули, 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 не шевелись вот здесь. Ну, мои гуленьки, да хорошие гуленьки. Да. Вот он самый король у меня, красный, коричневый. А я белый гоняю, они белые все быстро подбирают. Вот он. Вот два у меня здесь, которые дикари. Я их сюда заманул, вон той, вверху называется у меня, видишь? Вот, моржушка. Двоих поймал. Они этих как-то от них здоровее делают. Я не вижу, где они.
сделать, смотри. Смотри, как они берут здесь. Эх, любят семечки. Женя обещал, что-то не видно его. Так, где же эти? А вот они вверху два сидят. Это дикари. Видать, они их обижают. Ну, они здоровые. Вот они где у меня. Сейчас там будут как есть вот эти. Гули, гули, гули. Вот они. А хвост у этого как торчит. И вот эти мохноногие тоже породистые. А белые это у меня были какие. Почти все самцы, голуби. Голубок пожрали, коты. Они на гнездах, ну куда-нибудь. Вот она лежит сейчас на нем. Я его убрать, она не выйдет. Там, в этой. Как бы не так холодно было, я бы ее сейчас в руки взял. Подожди, может попробую, не помешает. Я ее возьму и обратно посажу, и пока показать детеныша. А вон вторая сидит. А? Второй сидит голубь, вон. Яйцо. О. Яйцо под ним. Так, давайте сюда. Смотрим, кого ты там прижала по углу. Не обижайся. Не обижайся. Живой или нет он там? Поздно так вывели. Вот он какой. Родители белые, а он вот какой. И она его греет там. Вот она где. Ух. Бурщит. Вот, теперь надо посмотреть, как они едят из кормушки. Подожди. Сейчас замолкнем. С этой стороны вон туда. Вон туда белый полез. Вон, видно? Вон края справа. Да-да-да. Прям как? Он мотать не может головой, выбрасывать. А сколько пшеницы-то? Это еще до этого было. Тазики стояли. Еще. О, вот это приехал командир-то. Да? Сейчас я ему кину маленький. Сидишь, это мало. Гули. Вот он где. Это я ему даю. Ему даю. Видите? Покажи, как он будет. А вон какой, видишь, головой-то крутит, он внизу, а лететь-то некуда. И они на эти бруски стали доставить, видишь, нет? Угу. Без брусков они не могли доставать пшеницу. Ну и смотреть, надо это на ноги-то какие. Ну и все. Ну все, пойдемте. Пойдем. Так, голуби, давайте, Господи, благослови их и сохрани. Вот они, два или три этих, да, которые местные. Наверное, три у меня их дикаря. Они какую-то атмосферу создают такую, я убедился в этом. Это сейчас вылетим, выбросим. Еще они взяли. Давай. Угу. Ну все, слава Богу, за выходи. Все. Выходи. Я за тобой буду. Все, можно. Я могу. Так выглядит местность вокруг нашего, нашей голубятни, нашего дома. Там вот второй дом храмовый, который стоит. Вот так вот, слава Богу за все. Бог замерзший. Слава Богу за все.
Там у нас идет стройка. Там видно, строят дом. Уже этажов 10, наверное, построили. А теперь вот можно показать, что я его закрыл. Мне потеплее будет. А ветер был с этой стороны сегодня. Прямо в это, в окно. Можно? А видно уже. Ну все, я пошел. А посмотри вон туда, вот назад, да? И покажу, покажи теперь там. Там отверстие закрыто, видно, нет? Покажи, что закрыто. Видно? Желтое там. Да, видно. Все. Закрыто до 10 метров.